Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас лабиринт, все просили, чтобы я записал на этой карте. Почему вы мне это пишете, я не знаю. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы идем вовнутрь. Давайте я так вкратце полечу немножко вверх и покажу, какой лабиринт. Лабиринт довольно-таки немаленький. Наша цель добраться до той башни. Ребята, можем, наверное, использовать оружку, да? Только не очень мощную такую. Но главное, наверное, повыживать все-таки. Подождите, я уже не Дима, помню. Сразу предупреждаю, тут некоторые тпхают. Некоторые SCP-шки? Да. А мне это нравится. Там есть, короче, SCP, который это такой, знаешь, с него льется черная моча такая вот. Он телепортируется. Вот, я его вижу! Вот они! Только сказал... А! Блин, они классные, вот эти SCP. Ребята, это новый пак. В следующей серии мы, наверное, сделаем на него обзор. Если вы хотите, ставьте плюсик или пишите в комментариях. Мы обязательно запилим. Так, вот слышите, такие звуки уже стрёмные. Это значит, они рядом. Вот смотрите, черная, видите, лужа от них остается. Это что, он меня спалил, что ли? Нет. Да, нет, это он его спалил. Сзади, сзади! Наказываю его! Ё-моё, не... А, блин, я не успел стрельнуть! Блин, они реально крутые! А теперь я не боюсь их. Кстати, где черные пятна, тут мы уже ходили. Так, наша цель — добраться до башни, которая находится в углу лабиринта. Но я что-то не знаю, как туда дойти. Это какой-то кусок лабиринта тупиковый. Так, давайте с этой стороны зайдем. Такс. Я слышу, они по всей карте какие-то звуки конченые издают. Пацанов не вижу, хотя нас играет очень много человек. Так, отлично, я приближаюсь. Так, подождите, а тут я был? Во-во-во, отлично, я уже рядом. Так, сюда нельзя. Это вообще что это красное пятно делает? Ничего не делает. Пацаны, а вы где? А, во, я нашел какую-то штуковину, башню. Отлично, и тут стекло. Я могу теперь по мосту перебираться. Так, я вижу пацанов. Какой-то звук такой, как будто они меня спалили и где-то рядом ходят. Других из цепишек я не вижу, вот эти самые такие топовые. Сейчас, короче, ребята, будем добираться вглубь. Так, теперь надо нам на ту сторону, на ту башню. Давайте, чтобы было интереснее, по мосту пройдем. Сейчас мы спрыгнем туда к ним. Так, идем, палим. Классно, классно. Заполонили, короче, весь лабиринт. Чё, думал, они где-то вылазят, а они нигде не вылазят. А, вылазят, но они снизу. Вот они, пацаны, тут. Мочите их шарами. Ай-яй-яй. Бывает. В жизни огорчения. Я вижу войну на мосту. Так, пацаны, я бегу к вам. Чпонькс, чпонькс. Эй, их упал. Нет, не упал. Чпонькс. Так. Видите, их шары сжигают. Лабиринт, который боишься спрыгивать вниз, то сразу замочат. Так, давайте стоп-саунд. Чпонькс. Так, а где чумной доктор? Вижу, вижу, один стоит, монстр. Я спрыгиваю к нему, я его не боюсь. Я тут, секунд. Я пошутил. Я пошутил, я пошутил. Мочите его электричеством. Давай, 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 давай. Он не знает, к кому бежать, ко мне или к тебе. Если что, я увернусь. Умрешь ты или нет? Чудовище ты электрическое. Есть, извини. О. Извини, не хочу. Еще один. На. Эй, не кусайся! Мы добрые, что за собака такая? Это с нового мода, который мы сегодня скачали. Мочим его в 1000 стволов. О, кислоту он, видно, не любит. Его жгет. Аж шипит. Есть, есть. Так, ждем, когда кислота пройдет, идем туда дальше. Так, так, так. Слышу, слышу музыку стрёмную. Где-то кто-то еще есть. Ого, тут оружку выдает. Такс. Я вижу, я вижу. Эй, слышь ты. На. Ой, двоих сжег. Вот это я профи. Еще один тут. Диппер, прикрывай меня. Так, так, так. Никого. А, на этой карте, наверное, не будут аниматроники бегать, я понял. Только это SCP-шки будут эти бегать.
Бежит. Умри. Красавчик. Троих, четверых. Еще. Ой-ой-ой-ой, эпический. Это прям их ставит, а мы их валим. Не успевает ставить их. А. А, не мочи. На. Блин, не успел, я просто не успел. Еще б чуть-чуть, я бы их замочил. Так, ребята, давайте я поставлю парочку штук. Сейчас я вам покажу, что такое хардкорное выживание. Сейчас. Ну давай, я весь внимание. Ты мне не веришь, да? Нет, почему? Я верю. Ребята, смотрите, кто у нас тут есть. Сейчас будет вам веселье. Серьезно? Да. Это очень много скромников, которые просто ненормальные какие-то. А может не надо? Надо. Мне уже страшно. Не бойся. Так. Такие музычки стрёмно играют, мне нравится. Я не знаю, сколько их уже поставил. Очень много. Поэтому сейчас будет, наверное, веселье. Так хочется, чтобы было равномерненько по всей карте. И вот здесь давайте поставим парочку. И вот здесь. Так, ну что? Я не знаю, я их поставил очень много. Надеюсь, будет весело. Начинаем идти в этот сумасшедший лабиринт. Да, давайте по центру пройдем. Я по центру еще ни разу не ходил. Так, кто со мной? Кто не сыт? Идем. Я с тобой. Давай, идем. Я, кстати, уже не помню, где их поставил. О, вот, стоят. Мочи их. Пока он не успел, надо его замочить. Я побежал, прощай. А, блин, еще один. Так, давайте сюда побежим. Скромники сбежали, я не знаю. Да, они начинают психовать. Я слышу этот крик сумасшедший. Куча скромников за мной. Где вы? Интересно, они найдут дорогу, если я так буду быстро бегать? Попал. Блин, такой звук, как будто он сзади где-то. Я не могу его убить, он какой-то бессмертный. В голову, чисто. Так, никого нету еще? Мочим его дальше. Я должен убить этого скромника. Ого, их там сколько. Это жесть. Так, как-то так. Вы слышите, они по всей карте орут. Это жесть просто. Как это очень страшный лабиринт получился. Мне даже страшно по ним бегать. Потому что не знаю, что за углом тут ждет тебя. Ого, их тут трупов. Куда вы их успели уже замочить? Прощайте. Бум. Смотри, как красиво по центру лабиринта жахнул. Ни одного. Всех убили. Давай посмотрим, что они делают. А ну-ка. Мужики, вы что делаете? Как вы вообще мочите? Во, музыка страшная. Так, и что дальше? Вот. Уйди, пожалуйста, со своим скромником. О, а что это? Что? Это из-за обезьян, что ли? Воду. Потому что у меня тоже все потемнело. Нифига себе, круто. Может, оно и бы и не сильно потемнело, просто их очень много. Ого, меня убили они. Как это произошло? Ребята, сейчас мы будем свет делать. Валю. Я увидел свет в конце тумана. А почему не посветлело? Ого, он ж красный стал. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!